Батальон «Слобожанщина» сегодня вернулся с зоны боевых действий с города Волновахи, ну там поселок Тельманово был. И они там были на передовой, ребята участвовали, провели не одну спецоперацию успешную. Ну, короче, местные жители нас провожали со слезами, говорят, вы поехали в Харьков, тут нам будет капут. Ну, бойцы молодцы, были под градами, были под минометами. Как видите, все живы-здоровы, даже нету раненых. Ну, хотя были реально в мясорубке. Дальше, да, ну бойцы как, рвались в бой, не хотели уезжать. Ну как, отдохнуть же надо, правильно? Там, если, например, там командование в месяц там меняется раза три в месяц, а наши бойцы без перерыва были 2 місяці. Спілкувалися ми з місцевими мешканцями, ті, що живуть там на територіях і ДНР, вони в шокі від ДНР. Там чеченці приїжджають, кажуть, нам не Росія, не ДНР, нам треба бабки, чеченці кажуть. Ну, скільки у нас було бойов з чеченцями, ну вони як зайці тікають. Вони тільки так на словах, вони типа храбрі. І бойовий контакт з стрілецькою зброєю, ну, вони приїхали сюди не помирати. Вони приїхали заробити гроші, а наші хлопці за свою землю готові віддати життя. І в бойових контактах чеченці, росіяни тікають. Вони можуть тільки градами ударити, там, ураганами ударити. А так наші бійці набагато сильніші духом. І скільки було боєзіткнень, завжди перемагали наші. Звісно, радий, що повернулися додому, своїм родним і близьким. Служба, ну, сами понимаете, война есть война. На войне легко не бывает. Все поставленные задачи штабом АТО мы выполнили. Победа уже близко, и победа будет за нами. Я матери старался не говорить, что я поехал на войну, чтобы просто ее не травмировать. Я сказал, да, что мы на блокпосту в Купинской степи, как стояли изначально, как бы, чтобы просто не расстраивать ее. С местными довольно-таки тепло, что удивительно. Не, есть, конечно, люди настроены негативно, но, опять же, им промывают мозги с помощью церквей, попы, там, им навязывают, там, вот, там, мы как бы проводили спецоперацию, собирали митинг, там, вот, представители церкви. Людям обещали, которые не придут, что они будут гореть в аду, попросту. Таким образом людей там промывают им мозги и вербуют. Люди сами не понимают, что они делают и о чем они вообще говорят. Рады видеть украинцев? О, я очень рада, сразу перебежала дорогу, чтобы их поздравить, увидеть. Да. С чем поздравить? Ну, с победой, что они такие герои, смелые. Я вообще восхищаюсь нашими ребятами. В Луганске, к сожалению, таких нету. Одни предатели. То, что и получили. Чего хотели, то и получили.